Сегодня 28 мая. Озимая пшеница льговская 4, различные нормы и сроки сева. 6 миллионов штук на гектар. Ну, более позднего сева, это 30 сентября. И 10, и срок сева 10 сентября, 2 миллиона. Я не могу сказать, что поздний сев сейчас плохо выглядит. Он хорошо выглядит, немножко отстает в развитии. Разница есть, потому что здесь только колос начинает появляться, а здесь уже колос появился на раннем сроке. Ну и быстрый такой обзор. Получается, что это стык позднего сева 6 миллионов и раннего 2 миллиона. Нижний ярус листьев, конечно, страдает. Есть болезни. Они поднимаются плавно наверх, но как бы сдерживают пока. Там просто свой микроклимат. И как на это повлиять? Ну, наверное, никак, потому что попадает здесь уже меньше света. И листья эти как бы свои функции теряют прямые. Они желтеют, становятся слабее, и на них, конечно же, прогрессирует болезнь. Начинает, во всяком случае, развиваться. Но в целом, как бы, картина неплохая. Это норма высева 3 миллиона раннего сева. 4. 4 миллиона. Традиционная норма. Миллионов. Здесь уже, конечно, явное такое загущение, но посев выглядит хорошо, достойно. Шесть миллионов. А в нижнем ярусе листья нижнего яруса, конечно, страдают. Они уже, ну, до среднего яруса, получается. Ну, таких прям болезней нет, потому что посев сам чистый. Так, ну это получается у нас ранний срок. Так, ранний срок сева 10 сентября. Следующий это 20 сентября. 2 миллиона. Нижний ярус еще пока не так страдает. Озимая выглядит неплохо, хорошо выглядит по стеблистую. Начинаю, то есть, колоситься. 3 миллиона. Нижний ярус листьев. 4. Традиционная норма. Ну, страдает, конечно, но незначительно, потому что, в общем, вид хороший. 5 миллионов. Как бы нижний ярус уже здесь, получается, начинает отмирать, потому что он светлый, не хватает света, лист не работает, и, потеряв свою функцию, он просто как бы отбрасывается растением, ну, пшеницей. И 6 миллионов. 6 миллионов. Растение на растении. Но посев держится неплохо. И в целом и колос сформирован также неплохой. Это у нас средний срок сева. 20 сентября. Следующий срок. Получается уже разница вот такая. Есть. Это уже 30. 30 сентября. Есть отличие. Такое ощущение, что это совсем другой сорт. Но на самом деле это просто сроки. Здесь и соломы, конечно, будет меньше. Здесь у нас получается норма 2 миллиона штук на гектар.
срок 30 сентября. Но пока посев, если говорить о том, что где-то 15-20 дней он выглядел намного хуже, сейчас он выглядит достойно, потому что погодные условия все на стороне. Вообще все пока на стороне озимой пшеницы, во всяком случае в нашей климатической зоне. То есть 2 миллиона, 3, широкий флаговый лист. Четыре миллиона. Пять. Ну и 6 миллионов. Конечно, здесь растение на растение, но в целом достойный вид. Ну и, конечно, стыковая между 2 миллионами раннего сева и 6 миллионами позднего сева. Ранний сев 10 сентября и более поздний, это 20 дней позже, это у нас 30 сентября. Вот такая вот разница. Разница здесь у нас присутствует в том, что здесь уже колос полностью вышел, а здесь он только выходит пока. То есть только, может быть, процентов 30%.